Ребята, всем привет! Простите за ужасный ракурс, поэтому... Ну, мне сейчас... У нас сейчас... Это что? А, это моя рана. У нас сейчас дистанционное обучение, поэтому я не хожу в школу. 2 недели или месяц будет, поэтому... Но мне пришла кукла Реборн. Пойдем тебя открывать. Вот тут сама кукла, я заградила там адрес, вот. Сейчас будем открывать. Вау, как хорошо тут все запаковано. Время. Я вижу пустышку. Вау. Тут пакетик лежит. Давайте его сначала откроем. А вот и сама кукла. Там голова в памперсе, как всегда. Опа. Ребята, просто посмотрите, он такой тяжелый. Начинаем с ножек. Они все тут прорисованы. Вены есть. Царапины. Тело мягко набивное, вот так выглядит. Я уже его распаковала, и просто посмотрите на такой маленький и миленький, он очень тяжелый. Ой, не могу даже поднять. Сейчас я для него одену вот такие вот носочки миленькие, надеюсь, подойдут. Ребята, смотрите, как мило носочки сидят на нем. Это просто классно. И тело, кстати, мягко набивное у него. По имени Дэвид. Я уже его сняла, вот это боди, в котором приехал, и в памперс он приехал. Сейчас буду переодевать его, он такой классненький, надутенький. Ребята, я сейчас буду его переодевать, но переодевать... Опа, я его буду не тут, а сейчас пойду на локацию специальную. Мы уже с Дэвидом переоделись. Вот так вот. Он очень красивый, просто посмотрите. Вот так вот получился он. Ой, вот такой вот получился. Ребята, ну на этом все. Ждите наши видео, влоги. Ну, всех люблю и всем пока-пока.